за следующие 5 лет войти в 5 крупнейших экономик мира. Абсолютно реальная задача. Причем это должен быть не сырьевой, а качественно иной рост, построенный на инвестициях, передовых технологиях, на повышении эффективности, на создании современной индустрии. Самостоятельная, разумная внешняя политика, преследующая в конечном счете только одну цель – повышение благосостояния наших людей и гарантии их безопасности. За 5 мы должны построить в России не менее 1000 школ. И за эти же 5 у нас не должно остаться ни одной школы в аварийном состоянии. Повышение, насколько, конечно, это возможно, зарплат, пенсий, пособий, борьба с бедностью. Каждый работающий человек в России должен получать достойную заработную плату. Искоренение коррупции, открытость сведений о доходах чиновников. В ближайшие несколько лет регионы России должны снять проблему нехватки мест в детских садах. Мы одинаково понимаем то, какой не должна быть наша страна. Она не должна быть слабой, бедной, неэффективной, расползающейся на части. Она не должна страдать от технологической отсталости, от произвола чиновников, от коррупции, от терроризма. Она не должна быть в изоляции. Мы добьемся полного выполнения наших обязательств перед участниками Великой Отечественной войны по обеспечению их жильем. Уже в ближайшее время, вслед за снижением инфляции, нужно обеспечить дальнейшее снижение ставок по ипотечным кредитам. Это рыночные субстанции. Я хочу сказать об этом очень аккуратно, но где-то к 6,5-7% мы должны в ближайшие годы подвинуться. Реальные изменения должны произойти и в отечественном здравоохранении. Главное, их должны эти изменения чувствовать сами граждане России. Мы должны уйти от зависимости от транснациональных корпораций, а главное, обеспечить наших людей качественными лекарствами по доступным ценам. Мы общими усилиями сохранили и восстановили нашу любимую родину, нашу Россию. И мы ее не отдадим. Не отдадим тем, кто хочет разрушить ее. Не отдадим тем, кто обманывает людей, раздавая пустые и невыполнимые лозунги, обещания.